Розпочинаємо після матчу конференцію за підсумками гри МГС «Динамо». До слова запрошуємо головного тренера гостей Ігор Чулчинський. Господин Лучинський, на ваш взгляд, ігра сьогодні вдалась для «Динамо»? Spune-că un meci foarte greu, împotriva unei echipe foarte, foarte angajată, foarte agresivă, care a folosit foarte mult lupta individuală între jucători, pase lungi, s-au bătut pentru fiecare minge, era greu și mai ales că terenul nu permitea un nivel tehnic mai ridicat. De aceea consider că victoria a fost o victorie muncită, meritată. Pentru noi trei puncte erau foarte importante astăzi. Очень сложная, очень трудовая, боевая такая игра была, очень трудовая победа наша. Играли против очень сложного соперника, который очень агрессивно играл и очень хорошо в единоборствах играет, плюс вертикально длинные передачи очень много. И поэтому для нас было очень сложно сегодня в игре, но мы выиграли заслуженно. Сегодня. Если рассматривать сегодняшнюю игру в контексте спарринга перед игрой с Барселоной, как вы считаете, удачно партнер был последний на поле? Адресар Устав, Фосбюмпин. Да, поменяю, что мы потребовали не альта экипа, а альта стиль де жок. Типа, который контролирует жок, у жокатори до нивел де тейминг мульт май редикат. Дар, вера форте буна пентру энтузиазму. Care produce de fiecare dată o victorie și mai ales cele trei puncte. Конечно, este foarte bun. Din punct de vedere psihic, este foarte important. Psihologic, este foarte importantă победа, emoțional фон в команде и три очка очень важные, но будем играть против другого соперника, который намного техничнее, индивидуально намного сильнее, поэтому это разные игры, но как эмоциональный фон очень важная победа для нас. На нынешний чемпионат задача перед Динамо чемпионство. Чископа вем с небатом на чемпионат. Как штигам пункты. Выигрывайте каждую игру и зарабатывайте очки. Спасибо. Желаем вам с Барселоной удачи. Будем за вас болеть. Спасибо.